Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, если все получилось, то это вторая серия за сегодня. Смотрим, здесь я уже все осмотрел, ребята. Надо вот сюда еще прорваться будет, в магазин пончиков. Здесь у нас, смотрите, обычный замок, еще потрошки не мешало бы забрать. И я так понимаю, все здесь. Там как раз таки нужно где-то неподалеку, да, вот здесь вот, комната управления метро. Там нужно запустить поезд, и мы можем валить отсюда, я так понимаю. Ну, пойдемте, здоровья у меня мало, аптечек тоже не очень много, так что, ребята, действуем предельно осторожно, если это возможно. Просто непонятно... Блядь! Какой идет Немезиса, блядь! Джилл, блядь! Подъем! Сейчас он где-нибудь появится спереди, я так понимаю, правильно? Вот, хорошо получилось. Ну, блядь, ну вот как я должен уворачиваться? Я вот этого не понимаю бреда. Он легко может меня догнать, понимаешь? Он легко может меня догнать без проблем, абсолютно. Как я должен от него уходить? Я не вижу, когда он атакует, потому что он за спиной у меня бежит. Ну что за чушь, вообще непонятно. Бредятина какая-то, честное слово. Ну вы перебрали, ребята. Смотри, вот так быстрее, быстрее, быстрее. Ну вот как, блядь? Ну как я должен увидеть, что он атакует, блядь? Я не знаю. Я что, блядь, Ванга вам что? Дебилы вы, блядь. Отстреливать его, патроны тратить. Да он меня быстрее убьет, чем я его, блядь. Вы видели, какой он здоровый-то, ёб твою мать? Давай! Вот, давай, 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 давай. Бежим. Так, куда, куда, куда? Давай! Все, безопасная комната, я в домике, блядь. Я теперь понимаю, зачем здесь нужны постоянные сейвы. Но что-то кажется мне, они прям реально перебрали очень сильно с... Немезидом. Это, мне кажется, вообще ну, бред сумасшедшего. Хер уйдешь, он слишком быстрый. Я понимаю, что должно быть, понимаете, состояние, что он может меня догнать. Я все понимаю, это прекрасно. Но, блин, ну как-то мне же можно дать уйти? Чтобы хотя бы была какая-то возможность. А то непонятно, непонятно, как это делать. Гранаты закончились, вот и все, типа, до свидания, блядь. Вот видите, не зря сохранился. Сейчас так и будем. Я выхожу из комнаты и получаю по щам. Я выхожу из комнаты и получаю по щам. А так до бесконечности. Ну все, я покойник, понимаешь? Я один удар пропускаю и до свидания. Блин, и как быть? Нужно увернуться, короче, от его удара и попытаться убежать. Только так это можно сделать. Все, не получилось, до свидания. Ну вот как я должен от него... Как работают у ворота, я не могу понять. Он жив, да, я так понимаю? Он нихера не остановился. Смотри. Патроны хер с ними уже пошли вправо. Давай, давай, давай. Стоп. Сначала давай, наверное, забежим куда-то вот сюда. Здесь должна быть безопасная комната, насколько я помню. Хотя фиг его знает. А нет, здесь не безопасная комната. Здесь можно открыть отмычкой шкафчик. Может, там аптечка хотя бы будет. Да. Хоть что-то хорошее. Блин, надолго, надолго ли это? Вот что мне интересно. Карлос, я в контроле. Now what? Nice. Now you gotta plot out a route. Okay, give me a sec. Ну это трэш какой-то, я вам честно скажу, с этим Немезидом. В оригинале схватки и стычки с ним были куда интереснее. All right, where are we headed?
train is stopped at Redstone Street. We need to reach Fox Park Station. Can you program that in? Hey, I'm Super Cop. Consider it done. А что делать-то? Как это делается? Смотри, вот мы, я так понимаю, здесь. 0-1, да? Мне нужно... А, все, понял, смотрите. RA-03. Valid route confirmed. Carlos, it's me. I finished inputting the subway room. Jill, you are amazing. Tough as nails, too. Hurry back to the station. We'll make sure the subway's ready to depart. Ладно. Тут ни хера, я так понимаю, нет уже. Мы все вроде как облутали на этой карте, правильно? Ну-ка. Вот что-то здесь еще упустили. Обычный замок, это у нас печатная машинка, ящик с припасами, комната управления. Да, похоже, это там, где был лабиринт. И вот здесь еще дверь какая-то. Блин, печально, ну да ладно уже, я думаю, фиг с ним. Не вижу смысла так рисковать. Ну, конечно же ты уже. Ёб, чё за херня? Это что такое? Ёб, бежим. Какого хрена? Этого не было в оригинале. Что-то новенькое. Какие-то хедкрабы странные. Это, я так понимаю, Немезит, что ли? Это может поднимать мертвых? О, у нас какой-то волшебник теперь, да? Понятно, теперь у него, короче, новые способности. Но, блядь, какой же прицел убогий в этой игре. Все, он точно мертв, но это, видимо, ненадолго. Он всех мертвых может поднимать теперь. Зашибись, зашли. Слушай, а может быть я смогу теперь пройти на... Что-то еще здесь я пропустил? А, что именно? Давайте осмотрим. Может, чего хорошего найду? Вот, да, смотри. Зеленая трава. Это всегда хорошо. Смотрим. Да, здесь теперь чистенько. Тут еще что-то упустил. Пойдем проверим. Ради интереса. Но этих он не поднял. Что удивительно. Ну да. Надо было не выходить. Блять, иди нахер! Теперь срочно сюда. Куда-нибудь нужно в безопасное место. Тут музыка прекратилась. Вполне вероятно, это значит, что он, типа, прекратил поиски на время, да? Вот здесь что-то я упустил. Надо, блин, забрать. Хочу все облутать здесь. Хочется прям вот все облутать. Но я, наверное, всех этих... фарфоровых мудаков не соберу, все же. Я уже слышу, что он идет. А где был переход? Там, где, по-моему, был автосервис, правильно? А где автосервис? Ой, понятно. Нифига, он еще там орет. Дружище, успокойся. Подружка, можешь чуть побыстрее бежать, пожалуйста, блин. Есть, успел. Пошел нахер. Козел. Беги. Да ты блядь, задрал уже, а? Да какого хрена, блядь? Ну это что-то с чем-то, я не понимаю просто. Бредятина какая-то, просто бредятина. Ну ты задрал.
Как-то странно работают перекаты, должен отметить. Не понимаю я этой логики, блядь. Давай. То есть, типа, в момент, когда он уже ударил, нужно уворачиваться. Я так понимаю? Ну, чушь же. Я такое чувство, что в Dark Souls играю. Ну вот понимаешь, ну то есть я увернулся и, блядь, меня убили, все. Ну вот что это за чушатина, блядь? Как? Вот вы мне объясните логику. Там уже враги, они появляются, они там будут. Невозможно это зачистить заранее. Появляется он, я уворачиваюсь от его удара, как это нужно делать, по всей видимости, по-другому-то как. И меня ловит сразу же другой из этот вот зомби-мутант. Я умираю, все. Что это за чушь собачья? Ну мне пиздец, я уже не выиграю, понимаешь? Вообще, я уже не выйду отсюда. Ну, то есть он просто переместился. Для него это нахуй расплюнуть, блядь. Вообще охуенно придумано, вообще заебись. Разработчики, вы красавцы, запомните это, блядь. Я пришел вообще не туда, куда собирался, зашибись. Я просто сейчас сгорю, ребят, полностью. Я просто сейчас сгорю. Гениальная задумка, просто гениальная. Я пришел в автосервис, да, и там как раз таки подстанция. Может, там аптечка будет, заберем. Да хотя, блядь, я не знаю, мне кажется, я пустая трата времени. Это пиздец, конечно, это просто нечто. Он сейчас здесь появится. Обязательно, он не упустит шанс. Ну, конечно, я же сказал. Ну, здесь, по идее, он оставит меня на какое-то время. Сейчас посмотрим, нахер я сюда перся. Стоило оно того, не стоило. Мне кажется, оно вообще не стоило того. А, он идет сюда еще. Он еще может сюда заходить, понимаешь? Все нормально, все хорошо. Я херею, блядь. Вот эта игра, вот это они, я вижу, проделали работу. Капком, ты меня просто разочаровала полностью. Как ты могла, блядь, компания, сука. Ну вот, блядь, все, ну пиздец. Ну все, он там внизу шляется, сейчас с другой стороны вылезет откуда-нибудь. Капец, какое же разочарование. Блин, это вообще застрелиться можно. Я не пойму, вот отмечен обычный замок, и где он? Что за бред? Сейчас он не даст мне выйти. То есть все, все типа на задрачивании у воротов. Работают они через жопу. Пиздец. У нас, короче, я так понимаю, Dark Souls тут какой-то начался. С уворотами, с кувырками. Это не Resident, это именно, блядь. Зубы почисти, иди, у тебя дыхание говёное. Ну вот понимаешь, он заебал, от него не уйти. И там такие же враги, блядь, с этими членами бегают. Ну что это такое? Он может телепортироваться, он может делать все, что угодно. Ну кому показалась эта интересная идея, я не пойму. Это полный провал, просто полнейший. В том резике были реальные кошки-мышки с этим мистером Иксом. Он как бы ходил. Да, там были телепорты. Там были скриптовые моменты. Но не до такой степени. Просто вот не до такой степени. Там не было такой сумасшедшей бредятины. Он может вообще просто, блядь, понимаешь, спокойно, абсолютно спокойно перемещаться по карте в любое место. Ну все, конец. Это идиотизм, полнейший идиотизм. Так, положил.
пойдем. Ну, давай так попробуем. То есть его нужно тупо, я так понимаю, расстреливать. Убегать от него это слишком... Да похую, понимаешь? Вообще насрать. То есть это пустая трата патронов. Зашибись, придумано. Просто прекрасно. Когда надо, чтобы он бежал, он будет за тобой бежать вне зависимости от того. Ну, блядь, ранил ты его сильно или нет. Всем насрать, абсолютно. Ну вот как, блядь? Тут сразу со всех сторон, блядь. Да иди нахуй. Это просто нечто, ребята. Это что-то за гранью вообще добра и зла. Сохранюсь-ка я, наверное, на всякий... Теперь я понимаю, почему здесь много сейвов. Они просто не хотели ничего нормально делать, нормально балансить ситуации. Поэтому дали бесконечные сейвы, по сути. Зашибись, круто, чё. Красота. Nice job, Super Cop. I'm impressed. We back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight, friend. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Oh, come on. Not again. It's me he's after. Hey. I'll buy you some time. Hey, wait. Wait, Jill. No! Да ты что, дура, что ли? Ты идиотка, блядь. Мы сейчас сдохнем, нахуй. Господи, какая она тупорылая. Блин, это вообще что-то с чем-то. Ну давай, блядь. Давай! А, ну спасибо, Немезис, что ты подождал. Как бы, да, ну то есть ты прям такой милашка. Какой это трэш, ребят. Это полный провал, просто полный. Я не знаю, это нечто. Do you copy? Carlos! Oh, shit. Oh, I need to find another way out. Этого, по-моему, не было в оригинале. Опять что-то они от себя тяну какую-то начали херачить. У нас карта канализации, ладно. Патроны для пистолета, патроны для дробовика. Чё-то капец, меня так обидно. Просто, вы знаете, как обидно, ребята. Когда ты уже вторую игру на канал делаешь, она тебя разочаровывает. Сначала Нио, теперь вот это, но по-моему, это хуже. Еще хуже. Пока что то, что я вижу, это какой-то вообще трэш. Неадекватный совершенно. Да что это было? Очередная какая-то канализационная херня, что? Первый раз, что ли? Усиление охраны канализации. В контрольных зонах несколько раз видели неизвестного. Мы начинаем замену устаревших механических замков и вводим новые протоколы безопасности. Для разблокировки новых электронных замков необходимо раздать сотрудникам особые батареи. Держите личные батареи при себе во время перемещений по комплексу. А, тут типа нужна батарея. Я теперь понимаю, почему она по сниженной цене продается. Этим хотя бы совести хватило немножко снизить цену игры. Вот здесь я должен отдать им должное. Ну, в PS Store, конечно же. Я не знаю, как на ПК.
Мне, кстати, игру подарили. Спасибо одному из подписчиков. Дружище, я забыл твой, твой ник. Ты, по-моему, поменял его в Стиме, извини. Спасибо тебе большое за подгон. Благодаря этому мне не пришлось тратиться на этот пипец. Ну ёб твою мать. Да ну ты брось! Ваншот! Дамы и господа, у нас новый победитель, в номинации Ваншот года. До этого все номинанты были исключительно в Нио 2. Красота вообще, зашибись. Ой, ребятушки. Чё-то год какой-то, казалось бы, столько ожиданий, столько всего, а на деле пшик. Просто пшик. Началось опять очередное выкачивание бабла из людей. Никто не хочет работать. Все хотят по-простому. Минимум работы, максимум прибыли. И это люди поддерживают еще. Красота, молодцы, чё. Опять же говорю, третий резидент тоже в свое время был принят как бы, ну, не очень положительно, да? То есть, потому что было много, скажем, вещей, которые все-таки, ну, повторялись там, да? Мало изменений там, она короткая тоже была достаточно. Все как бы это все прекрасно понимали. Но при всем при этом там были какие-то нововведения. Там были, все равно там был интересный этот главгад. Чё за херня и нахера мне это? Не знаю, зачем это нужно было. Вот, но как бы все равно она как игра была значительно лучше. Я имею в виду оригинальный Резидент. Посмотрите еще раз внимательно оригинальный Резидент. Вот забьем на техническую часть. В то время тоже тех часть третьего Резидента была просто прекрасной. Там, по сути, сама по себе игра была логичнее и интереснее. Тут же какой-то бред происходит. Взрывчатка Б. Журнал лаборанта. 4 марта. Температура воды 18 градусов. Гам впервые выпустили из резервуара. Двигаются вяло. Боевой потенциал низок. 18 апреля. Температура воды 20 градусов. Пробовали новые гормоны и медикаменты. Один вариант дал положительный результат. Боевой потенциал заметно вырос. Особь научилась быстро передвигаться и заглатывать жертву целиком. 30 июня. Температура воды 22 градуса. Амбрелла официально остановила разработку гам. Нам удалось спасти несколько особей с особенно высоким потенциалом. Доктор Логан Карлайл настроен во что бы то ни стало довести развитие гам до совершенства. 14 августа. Температура воды 25 градусов. 2 недели в канализации. Из-за повышенной температуры снизилось качество воды. Но особи чувствуют себя лучше, чем мы опасались. Гаммы быстро запомнили план тоннелей. И 2 дня исследовали подземную часть Raccoon City. Все особи знают нас и ведут себя дружелюбно. Но на тот случай, если они выйдут из-под контроля, мы запаслись мощным оружием. 1 сентября. Нам повезло. Взятка начальству водоканала помогла избавиться от лишних помех. Но гаммы продолжают расти, и это становится проблемой. Нужно искать варианты. 9 сентября. В лабораторию забрел работник водоканала, но гаммы немедленно его уничтожили. Это доказывает их пригодность для работы в полевых условиях. Завтра свяжусь с европейским отделом Umbrella. Может, они еще увидят свет. Счет из оружейного магазина Кенда. Спасибо за покупку гранатомета такого-то. Мы внесли специальные изменения в эту модель, чтобы обеспечить совместимость с различными типами боеприпасов. Для оптимального результата обязательно выбирайте боеприпасы в соответствии с ситуацией. Во время покупки мы уже обсуждали, что это обновленная модель и патронник нужно проворачивать вручную между выстрелами. На это потребуется дополнительное время, но это отразится на цене, как мы и договаривались. Запись от руки на обратной стороне, взрывающиеся патроны, взрывчатка А, ну 2 штуки, зажигательные боеприпасы, взрывчатка А и Б, кислотные боеприпасы, 2 взрывчатки Б, артиллерийские мины, создать без сложности невозможно, не стоит запасаться, они не помогут, если придется сдерживать гам. Ясно. Вот оно. 2 места, нихера себе. Быстрый доступ, вот сюда. Мне, наверное, ножик уже здесь не поможет, так что его нужно выложить. Спокойно, да? Хранить. Ага. Ну, этого достаточно.
сохранимся. Пара гранат у меня есть, но я пришел в тупик, получается. Здесь только был гранатомет. Ну, посмотрим, как он поможет мне с этими гаммами. Короче, вот такие вот, ребята, дела наши печальные. Бабло, как говорится, победило, как обычно. Все. Пойдемте и сделаем точно так же сейчас со второй тварью, чтобы можно было пройти. Сейчас пускай прогорит сначала, получит максимальный дамаг, потом я выстрелю. Все, гранаты у меня закончились, к величайшему сожалению. Здесь, я так понимаю, ничего, потому что синим отображено, отмечается на карте. Блин, очередная канализация. Нам же всем так понравилась она в Resident Evil 2, блядь. Серьезно? Стоп, у меня есть идея. Выбрать. Все. Вон что-то есть, смотри. Да. Хорошо, перезаряжаемся. Я все забрал здесь? Здесь-то да, а там что-то я упустил. Пошли сначала проверим или не нужно. Здесь тупик или нет? Лаборатория тупик, ладно, пошли сюда тогда. Посмотрим, что у нас тут в лаборатории. Надеюсь, зомби здесь нет. Еще мне их просто здесь не хватало. Вот, да, батарея. Та самая, которая мне нужна. Два места тоже занимает. Что-то такое. Высококачественный порох. Вот у нас, ребята, есть аптечка. Давайте я, наверное, вот так сделаю, да? Объединить. Любовное письмо. Дорогие мои малышки, уже 3 месяца мы с вами здесь скрываемся. Постоянно вспоминаю, как вы вылуплялись, господи. От ваших голосов мое родительское сердце так сладко сжималось. Ваши очаровательные тельца, которые скрывали невероятную разрушительную мощь. И, конечно, ваш вечный неутолимый голод. Вы истинный апогей серии «Охотник», но нет, вас приказали уничтожить. Подумать только, из-за нескольких мелких уязвимостей они решили, что оружие из вас не получится. Так и заладили про вашу слабость к огню, про челюсть беззащитную во время кормления. Это, по их мнению, недостаток. Да что они знают об особенностях личности? Именно за недостатки я вас так и люблю. Но мы им еще покажем, здесь мы вместе продолжим развиваться. Мы еще докажем Umbrella, что вы, мои любимые охотники Гамма, венец творения. Вот, можно открыть. Взрывчатка А. Ну давай смешаем. Угу. А можно перезарядить? Ну-ка, секундочку, сразу все. Да. Порох. Ну что, пойдем лечиться я пока не буду. Я оставлю уже на крайняк, когда у меня здоровье будет красное совсем. Вниз. Здесь все. Тут нужно забрать какую-то плюху. И вот сюда еще сходить, но это, скорее всего, просто срез. Стоит оно того, не стоит, что туда идти. Подожди-ка, стоять. А, ну да, все правильно. Вот что-то здесь. Да-да-да-да-да. Надо было все-таки оставить нож. Оп, порох. Потрошки. Что, серьезно сейчас? Ладно, сделаем вот так. Объединить. И вот так. Записка сотрудника водоканала. И вот опять. На этот раз они схватили Кейна.
Я все видел. Одна из этих тварей просто заглотила его целиком с головы до пят. Я пытался их предупредить, когда 2 недели назад пропал Билл. Копы заявили, что он, видимо, просто сбежал, а я им: что за бред? У него вот-вот жена родит. Но разве они слушали? Нет. Да что за хрень? Сраные сортирные жабы с вонючим дыханием. Только подумая, что сбежал, и еще одна падла лезет из тоннелей. От копов толку вообще ноль. И этим бюрократам в штабе тоже доверять нельзя. Следующая жабья рыло получит прямо в лобешник. Тихо, беги! Да, блядь, сожрал меня, подлюка. Все, я на месте, ребят. Давайте еще разочек. Отойдем подальше. Чтобы дать ему очухаться, а потом добивающий сделать. Все. Пойдем. Но я что-то уверен в том, что выйдет и вылезет еще одна тварь. Мне же не просто так дали патроны, значит, их сейчас заберут. Это классика. Ребят, я совсем не Ванга, представляете? Какой-то капец. То есть вариантов вообще не дают. Ты должен стрелять. Ты обязан стрелять. Ты же играешь не в Survivor Horror, да, с элементами экшена. Ты играешь в экшен с элементами Survivor Horror. Прекрасно, просто прекрасно, по-моему. Слушай, а я вот здесь не был. Это тут несколько батареек, по всей видимости, нужно, да? Закрыто, я понял тебя. Нет, не закрыто, подожди, еще раз. Да, закрыто с другой стороны, по всей видимости. У него научились, наверное. Ну, здравствуйте. Тут ничего нет, поэтому даже искать не нужно. Ждем. Все. Вся тактика, понимаете? И это хардкор, типа. Я вообще не чувствую есть хардкора. Я чувствую какой-то легкий вкус на обманулого. Ну вот смотри, там что-то есть. Но это типа какой-то срез вниз. Угу. Куда это меня приведет, пока не буду проверять. Сначала давай, наверное, зарулим вот туда, посмотрим, что у нас там имеется. Может быть, сейф или еще что-нибудь. Очень странная система, должен признаться. А если батарейка сядет, что делать? Что это такое? Набедренная сумка. Это прекрасно. Тут нифига, вот есть у нас еще порох. Но его смешивать есть чем. Что-нибудь еще может быть? Вот еще взрывчатка. И все, больше здесь нет ничего. Ни записок, ни предметов. Уходим. Не забываем забирать батареечку. Я так понимаю, там лестница ведет прямо как раз таки к той двери, которая была закрыта. И
Видимо, все, да? Батарейку мы уже забрать не сможем, у меня такое чувство. И чую я, что сейчас скоро к нам придет наш друг Немезис. Carlos, can you hear me now? Jill. Oh, thank God. Everything okay? Yeah, I'm alive. I lost him. Great. The subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Мне просто вот интересно, вот она его отвлекла, хорошо, она сбежала в канализацию. Что мне? Да. Только хотел про него сказать. Стоит, думает, слышишь, такой, блин, ну давай, беги. Мне хочется посмотреть, как ты бежишь. Он какой-то тупорылый, он реально дебил. Синтола пережрал, понимаешь? Придурок. Какой же он придурок. Да ты что, правда, оружие он использовать умеет, но вот только мозги он не умеет использовать. Печально как-то все это. Вы не находите? Нож я все-таки, наверное, возьму. Сохранимся. Бежим. Вот еще порох. Давай-ка смешаем, объединить. И получается у нас взрывающийся боеприпас. Как сменить его? Вот что мне интересно. Левый болт это у нас вот так. Что там у нас по траве? Давай, наверное, заюзаю, да? Состояние сейчас уже хорошее. Все, тут пусто. Теперь можно выходить и идти по лестнице. Если что, я гранатомет буду использовать против Немезида. Чтобы хоть какое-то время выиграть. Ну, вы видели. Если заскриптовано, что он должен за тобой бежать, он будет за тобой бежать в любом случае. О, понял. Ну там ничего не упустил. Он, да, 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 что было предсказуемо достаточно. Он уже догоняет, я чую. Он здесь все решил поджечь, да? Беги, беги. Ну постой, посмотри, конечно, блин. Ты же не знаешь, что за тобой бежит. Ну так, убедись на всякий случай. Ну вдруг это не он. Вдруг это Карлос прибежал, да, с огнеметом. Дамочка, ну ты дура. И чё ты стоишь, жги, блин, ей жопу, придурок. Я уже болею, убей ее. Я уже болею за Немезида, понимаете, в этой всей истории. Это как издевательство над инвалидами. Такое, знаете, чувство у меня возникает. Ой, блин. Ох, это просто нечто невероятное. Нео 2, пожалуйста, подвинься. У тебя, короче, конкурент появился. И сохранение. Ну, понимаешь, каждые 5 сантиметров сохранение, блин. Уведомление о задержке снос. Ну, хорошо, давайте почитаем, в принципе. Мы же никуда не торопимся, да? Там внизу на мазь. Ну, пускай, он там пока подождет, мы можем спокойно почитать. Уведомление о задержке сноса. График сноса изменен из-за продолжающихся народных волнений. По соображениям безопасности, электрооборудование, включая генераторы, перемещено на крышу для хранения там. Вход на территорию закрыт до прекращения беспорядков. Просьба сотрудникам оставаться дома и ожидать дальнейших инструкций. Ну пошли. О, аптечка. А в чем прикол-то? Ну это сейчас сгорит, я. А, все ясно.
Так, подходи сюда, ну, то есть это что-то какой-то трэш. Я молчу, потому что мне нечего сказать. Вы все сами видите. Комментировать просто нечего. Да, блядь, да дай мне, блядь, встать, придурок ты. Я так понимаю, что это все, пора валить, да? А вот теперь пора использовать. Я понял, бежим. Блять, я мертв. Это какой-то трэш вообще унылый. Это просто какой-то трэш. Я даже не знаю, что сказать. Это настолько убого, ребята. Это настолько убого.
Так, пошла жара. Блять. Ваншот, серьезно? Нет, еще я жив. Ну, наконец-таки, блин. Ну, это просто отвратительный босс-файт. Отвратительно. Ну, конечно же, мы его не убили, вы же понимаете это, да, ребята? Ой, у меня просто нет слов, это так плохо было, это просто так плохо. Он вообще немощный, он толком ничего не мог сделать, как-то он ходил с огнеметом, да? И, ну, то есть нужно просто стрелять ему в бак, который за спиной, и, блядь. Ну, вы все видели, я вообще не знаю. В конечном счете просто стреляешь по генератору, ну, вы видели, как я это сделал. Это вообще, это что такое было? Накал был, я помню, когда сражаешься в первый раз с Биркиным во втором Резиденте. Там прям бегает он за тобой как бешеный вообще. Ты там от него убегаешь. Вот этот вот адреналин чувствуется здесь. Мне просто хотелось, чтобы это поскорее закончилось. Карлос, это Джилл. Do you read me? Loud and clear. You all right? Yeah. Bastard's dead. Good. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait. You could have been killed. Don't start. I did what I had to. I know. And thanks. The subway's ready to go. Hurry back. Приехали, блин. 2020 год. Ты хочешь нас убить не только коронавирусом, а еще хуевыми играми. Спасибо тебе большое, сволочь ты такая. Что-то знакомое, Ганшоп Кенда, это точно один в один локация из второго резидента. Да, мы возвращаемся в участок или не вернемся, даже не знаю. Эй, уроды, собираемся вместе, собирайтесь в кружок, давайте, давайте, давайте. Давай, 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 давай. Собирайтесь, детки, в круг, будем танцевать. Сейчас, секунду, мне интересно, это та же самая локация, полный реюз. Это, конечно, типа, понятно, одно и то же время, да, типа, там, одни и те же с одной и то же время. Кстати, в третьей части, вот, что херово было, ну, в оригинальной, там были расхождения, там полицейский участок был очень не похож на тот, который был во втором резиденте, в оригинальном. Как, он был похож, просто там были забиты двери, кто забивал эти двери, хотя там, ну, типа, как вам сказать, промежуток времени был небольшой, кто забивал двери, там, закрывал проходы, очень странно. Таким образом, конечно, они просто перегородили старые комнаты, старые коридоры, но логика пропадала от этого. Это не открыть. Ну-ка, может, так можно? Нет, ребят, нужен ключ. Значит, нужно вот сюда, в магазин Кенда.
Это куда нам? На дробовик? Ага, понял тебя. Теперь он занимает два места, но, надеюсь, лупить будет в два раза сильнее. Теперь бы еще найти, ребятки, гранату и еще красную травушку, и вообще будет зашибись. Порох. Я могу с чем-нибудь смешать? Могу. Хорошо. Табу! Shit, chill. Kendo, you're all right. Yeah, all right, it's a stretch. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Yeah. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Take care, Jill. До событий, получается. До событий Resident Evil 2. Mm-hmm. Ну как, до событий параллельно, даже не знаю, как правильно. Так как он во втором резиденте застрелился, по-моему. Ну, когда вы поняли, когда мы пришли сюда с Леоном и Адой. Так что, вот такие вот пироги, ребят. Печально все это, прискорбно, но походу дело это второй провал за этот год, полнейший. Я, честно говоря, вообще в каком-то шоке пребываю. Это какая-то подделка, сделанная на коленке за 5 минут, блин. Ну, не за 5, но я просто образно, я надеюсь, вы понимаете. Это вообще что-то с чем-то. Ну, посмотрим, тут осталось немного. Она короткая, пипец, еще при всем при этом. Ой, ладно, ребят, спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Также подписываться на канал, на Telegram, Facebook, Twitter. Подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На дополнительный канал подписывайтесь, там выкладываются записи трансляции, если вы их пропустили. И на третий канал, ребят, подписывайтесь, там ролики про игровую индустрию будут. Всем спасибо, всем пока.